Автомобилисты живут в соседних домах. Водители искали свободные места для парковки, поэтому ехали медленно друг за другом. Все, кроме владельца девятки. После долгой рабочей смены молодой мужчина на «Ладе» торопился скорее добраться до родного двора, чтобы оставить машину и отправиться спать. И почему-то не обратил внимания на то, что поток машин впереди остановился. Влёкся, что после работы? Уставший, невнимательность просто, знаешь, сам. «Лада» девятой модели врезалась в Kia Rio. Корейскую иномарку от сильного удара откинула на «Ситроен», чего последний протаранил припаркованный эвакуатор «Газель». Эти четырки, девятки летают как сумасшедшие. В отличие от владельцев иномарок, виновник аварии нисколько не расстроился после ДТП. Передняя часть его старенькой «Лады» и до этого была разбита. Причем после предыдущей аварии мужчина даже не думал ремонтировать свой транспорт. Не факт, что в этот раз он наконец-то найдет время для визита в автомастерскую. Равиль Сайганов, Александр Царегородцев, новости Татарстана.